А вот генерал Воробьев, который возглавлял боевую подготовку сухопутных войск, ну, считай, вооруженных сил, он отказался участвовать в войне, сказав, что войска не готовы, а Павел Сергеевич Грачев его совершенно справедливо спросил: слушай, да ты мне каждый понедельник докладываешь, что все нормально. И тут вдруг ненормально. То есть лампасы – да, машина – да, статус – да, зарплата – да, ну, денежное удовольствие. Отпуск – да, почет – да, уважение – да. А как война – нет. Странно. Героев много, много, много. Я опасаюсь не назвать кого-то. Обидеть. Нет, не обидеть. Не назвать. Да. Ибо ребята нуждаются сейчас в самом необходимом. Нехватка медикаментов в госпиталях. Нехватка простых вещей на фронте. К сожалению, ситуация такова, что если не мы, то кто? Формула предельно простая. Они за нас, мы за них. Только в этом случае победа русского мира будет. Мы русские, с нами Бог.